В день открытых дверей Академия внутренних войск для школьников приоткрыла тайны военной службы. Сегодня ребят знакомят с особенностями несения воинских обязанностей, показывают оружие, форму различных служб и бронетехнику. Академия по завершении ее, после того, как молодые люди, завершивши цикл навчання курсантами, отримують офицерські погони, пропонує їм службу на первинных офицерских посадах с військовим званням лейтенанту у внутренних войсках МВС Украины, які розташовуються в усіх регіонах нашої держави. К этому бронетранспортеру ребята проявляют особый интерес. Им показывают детали машины и даже разрешают посидеть за штурвалом. Но мечту многих школьников прокатиться на БТРе здесь все же не решились исполнить. Кататься не даем, потому что для этого, для вождения потребны водительского удостоверения категории С. А эта белая форма нужна для военных действий в зимнее время. Ее надевают сотрудники спецслужб, чтобы спрятаться от противника. Чтобы была маскировка, противник не увидел. И как бы нанести больше максимальных потерь, точнее, с его стороны, не с нашей. Десятиклассница Марина хочет учиться в Академии внутренних войск. Сегодня с мамой пришла сюда, чтобы узнать побольше об условиях поступления. За свою физическую подготовку не переживает. Спорт для нее одно из любимых занятий. Нравится казарменное положение, нравится бегать, отжиматься. Хочется, чтобы она была дисциплинирована, хочется, чтобы она была самостоятельна прежде всего и сильная духом. Тем, кто хочет выработать в себе внутреннюю дисциплину, уж точно надо идти в Академию внутренних войск, говорят здесь. Выпускники вуза смогут служить в танковых войсках и даже на военно-морском флоте. Григорий Пырлик, Александр Мовчан и Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».